На сленге такой автомобиль называется «трупик». Без посторонней помощи с места он не сдвинется. Владелец привез его в сервис отогреть и оживить. Вот еще машина. Сама она едет, но тоже пострадала от морозов. Клиент обратился к нам с тем, что печка дует холодным, то есть не горячим. То есть воздух из печки идет холодным. При первом же осмотре уже мы увидели, что система охлаждения пуста, то есть в бачке нет охлаждающей жидкости. Вот. То есть банально, то есть у человека потекла помпа, насос. Сейчас будем менять. Сильные морозы в новогодние каникулы выбили из колеи множество железных коней. Как говорят представители рынка, до 30% автовладельцев Воденцова не смогли завестись и вынуждены были обратиться в сервисы. Самая популярная услуга прошлой недели – выехать на место и прикурить аккумулятор. Стихия, конечно, вещь непредсказуемая, но профессионалы считают, что к низкой температуре вполне можно было подготовиться. Есть такое понятие «зима близко», да, и к этому нужно готовиться своевременно. То есть поменять жидкости, тормозную жидкость проверить, если она уже старая, да, потому что там влага есть, и все это замерзает. Замуправляющего одного из сервисов Одинцова Николай рассказывает, 31 декабря полки были заняты аккумуляторами, к 6 января все раскупили. К счастью, с этим товаром проблем нет. Скоро полки снова заполнят. Ажиотажный спрос в авральное время. Все знают, что 15 минут зарядки в день полезнее для фигуры, чем 2 аврала в год после оливье и перед пляжем. То же самое касается и вашего авто. В морозы не бросайте автомобиль на несколько суток. Каждый день прогревайте ее, просушивайте. Так вы сэкономите массу денег и столько же нервов. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».